Дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Я нахожусь на 3-м квартале Авиасазлар, город Ташкент. И едем мы сегодня на рыбку. Старший зять со старшей дочкой. И как бы мои сваты позвали меня на рыбку. И я уже скоро буду в машине. Я не знаю, куда мы едем, потому что зять сказал, что ну очень какое-то хорошее кафе там или что, ресторанчик нашел. Не знаю. В общем, всех нас берет и везет на рыбу. Итак, мы приехали на Иззабалык в Учтепинский аж район. Очень долго ехали и, наконец, приехали всей семьей. Тебе помочь, Кать? Так. Камила, ты не замерзла? Нет, я да. У нас Камила герой. Сама лично вчера вытащила зуб себе. О, одного зуба уже у нее нет. Большая. Теперь пойдем наверх. Внизу мы поставили машину, места не было наверху. Эти все, давай ручку. Да, все эти машины, людей, кто приехал на рыбку. И мы надеемся, что нам найдется укромный уголок, где мы можем присесть и покушать эту рыбку. Просто говорят, реально здесь жарят очень-очень вкусно. Посмотрите, сколько машин. И это мы еще не дошли до самого кафе. Сейчас, подожди, Камиль. Все это едет на рыбу. Так, вот такой ориентир, вот это здание большое. И вот Хорезм Балык. А где Дада? Все сюда вот. А где Дада? А Дада пошел стол заказывать. Не знаю, видно ли будет или нет. Мы сейчас блюдо заказываем и вам покажем. А здесь коттеджи, походу, да? А, да, коттеджный городок. А здесь... Так, а здесь идем посмотрим рыбки. Ух ты, сколько рыбы! Сазанчики! Воняют! Не воняют, а пахнут рыбой. Ну, оказывается, места есть. Посмотрите, огромная территория здесь. И кошки здесь бегают даже. Можно поднять? Не трогай, не трогай. Руки грязные. Помоем. Помоем. Идем, пройдемся. Так, куда сядем? На улице? Вот здесь вот на топчине можно. Вот на топчан, давайте. Можно дальше, глубже пройти, можно на этом. А зал там какой зал? А? Куда там наш Ильяс? Пойдемте. Пока пойду поснимаю. Катя, пойду поснимаю. Идем.
Вот четвертый, четвертый. Здесь уже занято. Да. Вести занято. Ну, люди заранее же приезжают, заказывают. Так, здесь, видимо, туалет. Где? Вон там. Так, здесь столы. Осторожнее, не упади. Для вас будет. Да, да. Вот оказывается, каждый заказывает себе рыбу, кому какая понравится. Вот они. Сколько нас получается? 5-6 взрослых, да, тогда? Подскажем. Его еще взвесить надо, умудриться. Это вот с собой почистили. Одну заказали ребята сюда, одну с собой. Вот еще парочку выловил. Вот рыбалочка. Ох, какой толстый. Прям один к одному казанчик. На 5 килограмм сазан, говорит. А парень говорит, на 3 килограмма еще добавить. Поменьше. Ого, это еще больше, чем 3 килограмма. На 8 килограмм. Этот сазанчик. А что, наша очередь еще не подошла? Мы сразу надо были пришли, что-то не додумали. А вот этот занятый, да, Топчан? Да. Моя Да, так вот рыбу ловят, видишь? Не кричи, с икрой. Три килограмма 600 грамм. С собой тоже ребята берут. А икру они тоже пожарят? Икру? Да. Если в рыбе икра есть, пусть пожарят, конечно. А что, ее выбрасывать, что ли? Да. Молоку не надо, а икра же вкусная, жареная. Долго что-то наша очередь идет. Вроде бы мы раньше них пришли. Они все подходят и подходят. А? Вот это 3 килограмма 450, а тот 6 килограмм. 3 килограмма. 3 килограмма. Пойдем. Пойдем. Все выбрали?
А там, по-моему, икры нету в этом, который сазан. Нет. А? Давай руки мыть будешь? А, они внутрь зашли. Решили внутрь переехать? Да. Ну ладно, внутри тоже хорошо. Все-таки решили внутрь? Да, там прохладно, что-то сели, прохладно уже. Садись сюда. Соус принесли, хлеб принесли, колу. Чай сейчас. Мы ждем рыбу, все, уже час прошел, наша очередь не подошла. Мы уже один соус съели, а хлеб здесь оказывается очень вкусный. Пекут, оказывается, здесь где-то недалеко, или они сами, не знаю, прям горячий-горячий, хрустящий принесли хлеб. Мы не удержались и слопали. Теперь ждем рыбу. Все никак вот. Уже сказали, сколько ваша рыба весит. Пошли, там все. Вот. Уже Ильяс еще раз пошел. Спросил, где же наша рыба-то? Ну, много народа. Да. В общем, мы в ожидании и в предвкушении. Вы просто потом по вкусу скажете, стоило столько ждать. Да, да. И столб, и далеко ехать. Замеритус. Вот пожарили, рыба по-хорезмски. Как ты любишь? Так, Сайора голову занимает, да? Боевая стойка, да? Да, дождались, ура, наконец-таки. Приятного аппетита всем. Всем приятного. Ну, будем кушать. Вам всем приятного просмотра, приятного аппетита. Мы с семьей пошли, что? Надеюсь, что очень вкусно. Потом отзыв скажем, да. Вкусно было или нет, и косточки вам покажем. Не, водички, от рыбы. Это горячая. Так, разбираем конечно рыбку. Так, вот, вот. О, хрустященькая какая. Ух ты. На вкус тоже нормально. И соль нормально. Сюда поехать, ладно? Да, хорошо. Хлеб вот. Приятного аппетита. Рыба. Итак, вердикт выносим. Понравилась ли рыбка? Мне очень понравилось. Да. Всем понравилось? Кать, тебе тоже? И вам тоже, да, понравилось? И мне понравилось. Потому что реально вкусно, но, конечно, далеко. Иногда можно. Да, это от нас. С Кадышева ехать до сюда далеко. Через весь город практически мы ехали. Но не зря, не зря. Что это такое? Очень вкусно. И соус вот к рыбе томатный такой сделали вкусный они, со свежих помидоров. Ну и обслуга неплохая. Просто долго, то что пока очередь дойдет. Очень много народа. Буду с вами прощаться. Всего вам хорошего. В общем, друзья, получилось у нас общий счет 537 тысяч сумов. Это где-то 55 долларов. Но мы не только же рыбу заказали, мы салаты два вида заказывали, хлеб брали, напитки взяли, чай взяли с лимоном. И поэтому такая сумма получилась. Ну, вечер провели хорошо. Правда, если было быстрее, было бы лучше. Но всему свое время, как говорится. Идем довольные. Дети вон довольные прыгают. У нас прохладненько уже, но мне пока жарко. У нас кто как, кто в футболках одет, кто не в футболках. И сидят и ходят по-разному. Да, Малик? Тебе не холодно? Пойдем рыбку посмотрим. Касса не знаю. Идем, идем. Рыбке пока-пока скажем. Ну, скажем, сюда иди. Камила. Вот как плавает рыбка. Видишь? Ильяс пошел рассчитываться. И мы скоро поедем.
Всем вам добра, здоровья, берегите друг друга, пишите, комментируйте. Пока-пока. А, килограмм рыбы стоит 120 тысяч, это уже пожаренный. Это где-то получается 120 тысяч, где-то $12.